Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале обо всем, что происходит в нашей игре и каждый день. И сегодня, ребят, наверное, самое безумное открытие за все года существования канала. И, ребят, это будут не контейнеры какие-нибудь на восьмерке или на десятке. Разработчики наконец-то выложили контейнеры, из которых можно забрать себе песочные танки. Я безумно люблю песок, обожаю играть на песочных машинах и считаю, что наша игра, она не увязана исключительно в рамках 8 или 10 уровня. Жизнь царит везде, и да, безусловно, в песок попасть сложно, но, блин, как же там все-таки клево. Короче говоря, в отношении того, как я отношусь к коллекционным машинам, насколько сильно я их люблю и я их никогда не продаю, вы можете убедиться по галочкам, которые видите на экране. Как вы видите, практически вся коллекция, которая предоставлена в этом сертификате, здесь присутствует на моем аккаунте. Мне не хватает буквально нескольких машин из этого списка, и, честно говоря, будете надо мной смеяться, но я очень сильно хочу забрать себе Гризли. Да, я знаю о том, что у всех вас, скорее всего, Гризли есть, или вы уже давно его продали, эту машину можно получить при регистрации аккаунта и прохождении обучения, но у меня Гризли на основном аккаунте нет. Все потому, что я регистрировал свой аккаунт еще 10 лет назад, и тогда его не раздавали за прохождение обучения. Я собираюсь купить 50 контейнеров за 3500 голды, ну и достать оттуда машины, которых мне не хватает. Плюс к тому, там есть коллекционки, ну и соответственно, ребят, за эти коллекционки есть компенсация. Единственное, что компенсация разная, в зависимости от того, какая машина вам выпадает. У каждой машины есть свой ценник, и да, можно поднять вплоть до 1000 голды, а можно получить какую-нибудь машинку, которая стоит, ну, допустим, 100 золота или 50. Поэтому здесь вопрос очень интересный еще в отношении того, а окуплюсь ли я, если мне будут выпадать машины, которые у меня присутствуют. Ну что, ребят, давайте будем начинать. Поехали. 3500, как с куста. Срезаем со своей золотой копилки, ждем начисления, поехали открывать. Первый контейнер, и здесь у нас ничего. Следующий контейнер. Тоже ничего. Дальше. Зависло, значит, точно будет сейчас машина. Точно будет танк сейчас. Нет, блин, обманули. Обманули, ну что ж такое. Почему не работает так, как работает у меня с контейнерами? Собери их все. Я так обрадовался, думал, все, сейчас точно будет сертификат, но нет, ребят, не получается. Шанс выпадения сертификата составляет 5%. Вроде бы и немного, а с другой стороны и немало, если смотреть на шансы выпадения других машин или других сертификатов в других контейнерах. Есть! Есть первый сертификатик! Нам понадобилось для первого сертификата, простите, 8 контов открыть. Смотрим, что нам выпадает. Т-18, безумная тачка, безумная, присутствует у меня в коллекции, скорее всего, компенсация будет дешманская, но машина давно выведена из игры, и разработчики вообще-то не планировали ее назад возвращать. Это действительно возможность получить очень редкую машину. Ну что, едем дальше. Нет, ничего. Я так понимаю, что для того, чтобы был сертификат, линеечка из призов, которая выпадает, должна быть... 5 наград из конта. Все, что там 3-4, это говорит о том, что сертификата точно не будет. Тоже ничего. 38 контейнеров еще осталось. Едем дальше. Тоже нет. Нет. Опять нет. Да что ж такое, блин? Я так обрадовался поначалу, думаю, ну начинается везение. Вообще, друзья, скажу вам свое честное, скромное мнение. Будем говорить откровенно, еще один сертификатик открываем. Будем говорить откровенно, количество сертификатов выпадающих, ну, маловато. Т-15 тоже присутствовал в моей коллекции. Жаль, получаем компенсацию, сколько за него, честно говоря, не помню, потом посмотрим обязательно, возвращаемся к теме того, насколько окупаются данные контейнеры. Мне кажется, что они не окупятся в любом случае, это чисто для коллекционеров веселуха, но и выпадение сертификатов как-то маловато за количество открытых контов.
Все-таки, ребята, разработчики, вы-то не на премиумные машины и коллекционные машины верхних уровней закидываете контейнеры. Вы закидываете контейнеры на песок, который тяжело зайти, на котором мало кто играет. Ну, в общем, мне кажется, что здесь надо было ставить шанс выпадения этого сертификата хотя бы процентов, не знаю, 15-20, и то, наверное, маловато будет. Напишите, ребят, в комментариях свое мнение по поводу шанса выпадения сертификатов, количества выпавших сертификатов. Мне будет интересно почитать, солидарны вы со мной или нет. Если разработчики взялись за популяризацию песка, то, наверное, ребят, должны были бы и шансы выпадения получше сделать. Третий сертификат, открываем. Ну, дай мне какую-нибудь машину, которой у меня не было. Кехо есть в моей коллекции. Три танка, и все три у меня присутствовали. Ну, в целом, шансы достать именно ту машину, которой нет, безусловно, очень мизерные, в моем конкретном случае. Тоже ничего. Пользуясь случаем, хочу обратиться к зрителям. Я посмотрел статистику по каналу и обратил внимание, что 96,5 тысяч человек смотрят мои видео на постоянной основе и до сих пор не являетесь подписанными на канал. Ребят, вам эта подписка абсолютно ничего не стоит. Для меня это развитие, для меня это возможность продвигать канал на платформе. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, прожмите сейчас лайкосик и обязательно нажмите на подписочку. Кроме того, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Так гораздо проще смотреть мои видео, если вы и так смотрите их на постоянку. Открываем. Четвертый сертификат. ПЗБ-2. Да ну что ж такое-то, блин? Дайте вы мне этого гризли в конце концов. Он же, блин, бесплатно раздается всем, кто регистрируется. Что тяжело ГСНу дать за 10 лет службы? Нет, ну это издевательство какое-то. Тоже нет. 10 контейнеров, ребят, осталось, и я для себя понимаю, что, ну, голема. Голема получается. В явный существенный минус я ухожу. 3500 эти танки в жизни не окупят. Там просто стоимостей таких не наберется по машинам. Ну, если прям совсем присмотреться, то да, можно найти пару тачек за полторуху, но все равно. Мне кажется, что окупаемость приближена к нулю. 5 контейнеров остается. Тоже нет ничего. 4 контейнера. Ну дай хотя бы еще один сертификат, так, чтобы чисто поржать. Понимаю, что скорее всего будет машина, которая присутствует в ангаре. Но все равно хотелось бы хотя бы напоследок. Ну не издевайся. Все, ребят, последний контейнер. Последний контейнер. И ничего. Вот так, ребят, 3500 слетело со счета, и дорогие мои спонсоры, те ребята, кто отправляли подарки, и те ребята, которые периодически кидают донатики на прямых трансляциях, спасибо вам большое за ваш вклад в развитие канала. Если бы не вы, мне было бы снимать видео гораздо сложнее, и вы сами понимаете, сколько уходит ресурсов на то, чтобы создавать эти видеозаписи. Спасибо вам большое еще раз, спонсоры, ну а теперь давайте посмотрим, что у нас получилось по результатам. Смотрим уведомления. Что я получил по компенсациям? Полторуха, то есть 2 косаря в минусе, 1900 в минусе, 950, это получается 950 в минусе, и так, и 25 за Т-28. Короче говоря, ребят, практически на косарь я ушел в минус, но для меня это был шанс получить те машины, которых у меня нет, в частности, забрать себе гризли. Пишите, открывали ли вы эти контейнеры, и обязательно напишите, что конкретно вам оттуда выпало, и был ли этот танчик у вас в коллекции. А еще напишите, пожалуйста, ваше отношение к песку, и хотели бы вы иметь свободный доступ к игре на нижних уровнях, так же, как вы заходите в обычные бои на восьмерках и десятках, и часто ли вы бы при этом играли. Я пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.